Предупреждение водителям в республиканской столице. Масштабная подготовка к празднованию Дня города. Началась установка сцен, поэтому водителям придется пересмотреть часть своих маршрутов. Завтра с 7 утра и до 7 вечера станут пешеходными участки улиц Щетинкина, Карла Маркса в районе Первомайской площади и администрации Абакана. В пятницу перекроют на весь день улицу Кирова в границах улиц Щетинкина, Вяткина, Чертыгашева в границах улиц Карла Маркса, Щетинкина. А в день города будет запрет для движения автомобилей практически по всему центру. В городе за неделю уже